издал однажды Петр I очередной указ. Каждый, кто найдет в земле русской природные богатства и покажет, где они находятся, будет щедро вознагражден и получит право выкупиться на волю. Ну а на что тебе воля? А на то мне воля, чтоб не спрашивали, чей я человек. Это ж не про меня интерес, а про барыню мою. Я хочу, чтоб спрашивали, кто таков. Что за человек я на белом свете? Имя мое. И что умею? Головой и руками. Вот и крепостной Михайло Волков отправляется в Сибирь добывать себе волю. Да не знает он еще, что ему принадлежит честь великого открытия, которое и определило развитие промышленности на 3 столетия вперед. Тайна Золотой горы в понедельник на телеканале «Самара ГИС».